В ауле Каменномост прошло чествование чемпиона мира по борьбе на поясах Умара Узденова. Поздравить виновника торжества в его родной дом пришли друзья, спортсмены и тренеры. Напомним, что Умар стал победителем первенства мира, который проходил в Казани, где помимо него 6 золотых медалей завоевали борцы из Карачаева-Черкесии. С чемпионом встретился Алихан Лепшоков. Пройдя сложные схватки, он вышел в финал. Молодой спортсмен Умар Узденов серьезно готовился к первенству мира по борьбе на поясах среди юношей, который проходил в Казани. 200 спортсменов из 11 стран мира принимали участие в этом турнире. Поборов всех своих соперников, Умар вышел на финальную схватку с борцом из Туркменистана. Соперник был хорошо подготовлен, но в последнюю секунду схватки Умару Узденову удалось удачно провести прием и в итоге стать чемпионом первенства мира. Все братья заболели за меня. И на последних оставалось 2 секунды, и на последних секундах Паулюс Ильичный взял 2 балла и выиграл. Хочу поблагодарить своих тренеров Чагарова Расула, Гатаева Тимурлана и, конечно же, своего отца, который привел меня первый раз в зал. Поздравить молодого спортсмена пришли его друзья, спортсмены и тренеры. Главный тренер сборной России по борьбе на поясах Дахир Лайпанов пожелал борцу дальнейших успехов и подчеркнул, что Умар имеет крепкую волю и стремление, что позволило ему одержать победу над сильным соперником. Оставалось 2 секунды, и Умару, говорю, Умар, говорю, тут уже вопрос стоит в том, по свистку надо делать. Получится, получится, не получится. Ты в финал дошел, в любом случае ты то, что от тебя требовалось сделать. Но до конца должен бороться. И судил с Таджикистана. А у него соперник был с Туркмении. Вот оставалось 2 секунды, он был, и по свистку он проводит прием. Проводит прием, бал, те выкидывают челлендж, оспаривают. Но хорошо, что там не только судьи смотрели, но и весь зал смотрел, потому что на экране был большой телевизор, большой экран, и вот на этом все видно было. И дали ему бал. И вот он выиграл вот так финальную схватку. Тренер Расул Чагаров отметил, что Умар Узденов отличается своим твердым характером и несгибаемой волей, что позволяет ему идти до победного конца. В первую очередь очень талантливый, целеустремленный, с характером. В общем, все, что нужно чемпиону, все в нем есть. Как он стал претендентом, чемпионом России, потихоньку, планомерно подводили, чтобы он хорошо себя чувствовал, не спеша, потихоньку, на малых оборотах, и дальше, больше, вот так подвели к такому состоянию, что он стал чемпионом. Перспективный спортсмен Умар Узденов будет продолжать тренироваться и готовиться к новым соревнованиям. Но не только по борьбе на поясах, но и по вольной борьбе, чтобы достигать новых спортивных высот. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район.